Лариса, привет! Привет! YouTube заполнен твоими роликами. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается так много путешествовать? Ну, действительно, роликов очень много. Я тебе скажу, Оля, что я очень много роликов еще не загрузила, потому что там нужно их подредактировать. Но на самом деле я за два последних года путешествовала столько, сколько раньше не путешествовала за всю свою жизнь. Изменения эти яркие произошли после того, когда я узнала о сообществе самостоятельных путешественников. С этого все началось. Общая протяженность уже более 7 месяцев, все совокупно. 3 с лишним месяца путешествовала только по странам Индонезии. Была во многих странах, странах Европы, и по СНГ, и по России. То есть везде я, в общем-то, бронирую через портал Fireflies. Я зарегистрирована в сообществе самостоятельных путешественников, и это дало мне возможность и много выгодно путешествовать, и, конечно, наличие партнерской программы, которая предложила мне бизнес-возможность, вот это мне позволило путешествовать столько, сколько я хочу, в любых отелях. Сейчас, да, мы приехали в Казахстан, перед этим мы погуляли в Стамбуле, да, классно. А вот в Казахстане мы жили в курорт-отеле «Лесная сказка», где одновременно было обучение. Сейчас мы в отеле «Риксос», это шикарный отель 5 звезд в Казахстане, вот откуда ведется это видео. Завтра мы тоже будем в Стамбуле. В общем, жизнь яркая, интересная, поэтому я, конечно же, приглашаю всех партнеров отбросить сомнения, работать, приглашать сюда активно всех своих знакомых, друзей. Я тоже это делаю, приглашаю вас, путешествуйте вместе с нами, путешествуйте, зарабатывайте. И пусть у вас будет жизнь яркая, красивая, разнообразная, и будьте счастливы, успешны.